среди благочестивых христиан, причем людей, которые искренне любят Бога, есть такое искушение, которое иногда называется хульными помыслами, когда недобрые, нечистые, а порой и скверные мысли приходят нам на ум. От этого многие входят даже в состояние отчаяния. Что с ними делать? Да и как это вообще можно? В святые минуты, в секунды нашего обращения к Богу вдруг может появиться такая мысль, о которой стыдно и сказать. И вот сегодня мне хотелось бы, опираясь на учение святых отцов, а особенно об этом писал святитель Дмитрий Ростовский, немного вам рассказать. Святитель Дмитрий, как и опираясь на многие подвижников, говорил о том, что хульные помыслы всеваются в наш ум от врага. У человека таких помыслов нет. Они от дьявола. И если человек не соизволяет к ним, то они не являются даже грехом. В них даже не нужно исповедоваться. Если человек не прилепляется к ним, если он не размышляет об этом, а выгоняет эти мысли, то есть отторгает от себя, то еще увенчивается за духовную брань, за духовную борьбу мысленную. Я хочу вам сегодня сказать эти слова, которые пусть каждому из вас будут во укреплении, а самое главное, как только к каждому из нас приходят недобрые мысли, сразу применяйте это слово, запомните его. Не соизволяю. Нет соизволения моего на эти помыслы и хульные мысли. Авва Дорофей говорил, когда ты идешь по дороге, и вдруг ветер поднимает целый клуб пыли, ты закрываешь глаза, и пыль не вредит твоему зрению. Но если ты глаза откроешь, ты повреждаешься. Вот точно так и с помыслами. Сразу нужно вот включать молитвенное предстояние пред Богом и призывать Его Святое Имя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, грешную. Не соизволяю, нет соизволения в моих мыслях на эти помыслы, которые сейчас ко мне пришли. Есть такой пример, он был у нас в городе, мужчина один рассказывал о нем. Он шел через Тургеневский мост, через реку Кубань. И когда он переходил, нес продукты из магазинов на нашу землю, на Краснодарскую. И вдруг идет по мосту. И ему помысел пришел такой: «Бросься вниз». Господи, он испугался его. Откуда такая мысль была? Вот кто бы мне такое даже и сказать не сказал. Мне там дома ждут родные, я несу продукты. И вдруг такой помысел. Еще был у нас такой случай, когда женщина даже исповедовалась, плакала о грехе своем. Она говорила о том, что у нее маленький ребенок, она долго укачивала его, никак не мог уснуть. Вот уже час он кричит, не может уснуть, плачет. Вот уже два, сама спать хочу, с ног валюсь. И потом говорит, уже к трем часам где-то он начал успокаиваться. Я думаю, ну хоть чайку попью, поужинать-то некогда было. И она действительно поставила чайник, вскипятила. И вот шла от кухни к месту, что ближе к ребеночку. И вдруг мысль такая: вылей на него. Господи, я вот каюсь, Господи, у меня была такая мысль безобразная. И вот как ты отнеслась к этой мысли? Конечно, прогнала сразу. Значит, нет на тебе и греха. В ней не нужно и каяться. Если ты тут же отгоняешь эту мысль, ты с ней не сочетаешься, ты ее побеждаешь. Святые отцы вот эту иерархию борьбы помыслов, доводящих до греха, они очень четко прописали. Это прилог, сначала прилог, потом сочетание, сложение, пленение и страсть. Вот если ты на уровне прилога, то есть вот пришла мысль к тебе, откуда она? От Бога? Останься. Если нет, сгинь. Точно знаю, что это не от Бога. Вышла с трамвая, подай бабушке руку, помоги ей, старушке. От кого эта мысль? От Бога. А вот если что-то подобное, отгоняй. Был еще такой пример.
Одна женщина пришла на исповедь и каялась в том, что у нее не просто помыслы худые, скверные, матерные. Вот становлюсь, говорит, на молитву, батюшка, мне такие безобразные, такие образы приходят. Я не могу ничего с собой сделать. Прекращаю молиться, все проходит, все проходит. И священник ей сказал, это от дьявола. Это брань, когда ты не молишься, он тебя не трогает. Но как только ты становишься на молитву, он становится, он враг. Он не хочет, чтобы ты разговаривала с Богом, и досаждает тебе помыслами. Он видит, что ты не блудишь, не гуляешь, не пьянствуешь. Как вот тебя укусить? Вот он досаждает тебе помыслами. Ну, она так поняла и ушла. Потом приходит домой, снова приходит, возвращаясь к батюшке. Батюшка, не проходит. Вот только стану на молитву, все, такое на меня-то туча помыслов, гадких, мерзких, срамных, нечистых. Я на образ Божьей Матери стою, такое мне приходит. Господи, я сразу молиться перестаю. А батюшка говорит, ну это серьезная брань тебе предстоит. А ты вот что сделай. Ты начни делать поклоны. Поклоны земные. И говори с ним, то есть это же враг, он реально существующий демон. И вступай с ним в диалог, раз он к тебе так близко приступил. И говори ему, не соизволяю, нет моего желания даже слушать тебя. И делай поклоны. Делай 10, не поможет 20, не поможет 30. А потом ему скажи, если ты не отстанешь от меня, по 40 поклонов каждый день буду делать. Хорошо, батюшка, пошла, вот встала на колени, потом вернулась к батюшке, рассказывала. Вот так все и было, батюшка. Опять встала, опять туча помыслов. Я вспомнила ваши слова, и давай поклоны бить. Господи, помилуй, не соизволяя, Господи, да что же это такое? Господи, отойди от меня, враг нечистый. Избавь меня, Господи, от силы и честна, творящего креста. И поклоны, 10, 20, 40. И говорит ему, если не отстанешь, я буду по 100 делать. И у нее сразу как-то так, а куда все делось? И она пришла священнику рассказывать, батюшка, вы знаете, вот когда я вот так сказала, у меня больше нет никаких помыслов. Представляете, вот как теперь легко мне молиться. Был такой случай, один монах молодой пришел юным в монастырь и подвязался в посте, в молитве, очень большой труженик был, не опаздывал на службы, всегда старался выполнять послушание. Но вот он имел одну слабость. У него были хульные помыслы. И он изводил себя буквально. Он постился еще больше. Он там перешел на воду, потом и воды, на сухоедение. Он уже вообще истощал, худой стал. Никому же не скажет. У него такие хульные помыслы приходили, что он даже не мог никому поделиться. И он решил, наконец-то, 20 лет человек подвязался, представляете? Боролся с чем? Молится, слушает, работает, трудится, Евангелие читает. А хульных помыслов никак не может избавиться. И вот он решил однажды уже все, то есть он уже истощил все свои силы физически. И он решил написать эти все свои грехи и мысли, которые к нему приходят, на листик выписать. И прийти к духовнику и раскаяться. Хотя стыд и срам его одолевал, но он выписал все и пришел. Завернул, отдал духовнику, а сам упал на землю, распластал руки и лежал лицом на земле. Духовник прочитал молитву, раскрыл его хартию и начал читать. А потом подходит к нему, поднимает его и говорит, «Положи руку твою на выю мою». Раньше исповедь происходила не просто накладыванием эпитрахилии, а вот так вот, положи на мою выю твою руку, и я все твои грехи и помыслы на себя беру, а на тебе их нет, потому что ты не только боролся, но не знал самого главного, что если ты с ними борешься и не соизволяешь, даже нет предмета твоего покаяния, а все, что ты сделал, да будет на мне». Не забывайте о том, дорогие, что каждый священник, который вас исповедует, он эти грехи берет на себя. Почему раньше на руку клали, на выю? Все твои грехи на меня переходят. Поэтому никогда не осуждайте батюшек. Молитесь за них. Они ваши грехи на себе несут.
Ну и еще был один случай, когда приехал один епископ к старцу, который также был одержим очень недобрыми мыслями, у него приходили такие помыслы, которые он не мог просто от себя отогнать никак. И тогда один старец его укорил и говорит: «Ты епископ, и тебе ли неизвестна эта духовная брань? А кто хочет почитать и этой темой, немножечко заинтересовался, я советую вам немножко почитать. У преподобного Иоанна Лествичника в 23-м слове есть хорошее по этому поводу объяснение». И вот как раз, когда старец рассказал о этой духовной брани, что если мы словно отгоняем от себя помыслы хульные и нечистые, то мы уподобляемся человеку, который идет по улице, а вокруг него, как опять же Авва Дорофей говорил, маленькие щенята. Они могут только лаять, укусить они не могут. Если ты идешь и не обращаешь на них внимания, они укусить не могут. И вот старец этому епископу сказал: «Скажи, если тебя свяжут враги веревками, и руки, и ноги, ты не сможешь удалиться, и при тебе начнут хулить Бога, Богородицу, Церковь, все святое, а ты уже даже слышать не можешь это, убежать не сможешь, будет ли на тебе грех?» Он говорит: «Нет. Вот так не будет на тебе греха, если ты не хочешь это слушать». Получается, человек, когда сидит в доме, каждый из нас, наверное, это переживал, идешь, а вот там под окном просто такой мат, такая скверна. Ты еще закрываешь окно, правда? То есть даже слышать уши мои не хотят то, что там говорят. Уходишь от этого, даже нет повода для беспокойства. Ты победил помыслы дьявола. Эти люди идут, они одержимы этим духом, понимаете, нечистым. И вот эти нечистые слова, они из себя исторгают. Поэтому называют, даже оскверняя себя, люди сквернословят, даже не понимая, что они во власти дьявола. И так важно не подпустить к себе мысли и выгнать их от себя. Вот поэтому, дорогие, я хочу, чтобы вы запомнили это главное слово. И если когда-нибудь к вам придут помыслы на икону, на Богородицу, а иногда людям приходят, и они в этом каются, и на святые дары, и на чашу, сомнения, а может быть, там и не кровь Христова, и дальше дьявол зацепил тебя и пошел раскручивать. Вот даже не пускайте эти мысли, потому что если ты только с ними сочетался, все, ты попадаешь в плен. Пленение, страсть и грех, все, следующее уже падение. Или от падения церкви, от Бога, что равно смерти. Поэтому запомним это слово «не соизволяю». А для этого постараемся чаще читать Священное Писание, молиться Богу и помнить, что причина хульных помыслов по учению святых отцов – это зависть, это осуждение других людей, это гордость. О чем и говорил Исаак Сирин, о том, что там, где совершился грех, там ему обязательно предшествовала гордость. Когда мы высокого о себе мнения, у меня такие мысли, а когда я последний, Господи, будь милостив мне грешному, тогда и хульных помыслов будет меньше, и мы сможем их побороть. Я желаю всем вам, дорогие, не забывать о том, что брань наша не против плоти и крови, а против злобы духов поднебесных, которые хотят нас погубить. А Христос, Спаситель Господь наш, пришел нас спасти и в разум истины привести. Всем вам желаем всего самого доброго. Храни вас Христос и Пресвятая Богородица от хульных помыслов, а самое главное, от потом, от этих мыслей, ни в коем случае не прилагая к делам, от дел скверных. А будем хорошо думать, будем хорошо жить. Приведу вам последний пример, когда к одному старцу пришел молодой инок и говорит: «Отче, такие мысли ко мне приходят в голову, не знаю, что с ними делать. Помоги, дай совет». И он говорит ему: «Дам тебе совет. Если будешь его слушать и ему следовать, ты победишь хульные помыслы и все недоброе в себе». «Отче, дам, дай, буду слушать все». И он ему говорит:
Если не хочешь думать о плохом, думай о хорошем. Вот и вам, дорогие, желаю. Думайте больше о хорошем. Тогда светлые и добрые мысли да вселятся в сердца ваши. А через эти светлые мысли у нас светлыми и добрыми будут дела. Мир вам всем и Божье благословение.